По это решению КПРФ я был направлен с правом совещать, членом УИК с правом совещать голоса избирательный участок 2353. Чего нельзя? Все началось нормально. Все, то, что положено по закону, я стал спрашивать. Все нормально пошло, но когда книга список избирателей, там было отмечено карандашом. Я написал заявление, подал председателю. Председатель сразу дал указание, чтобы убрать, ну, привести в соответствующий порядок. После этого, пройдя несколько времени, где-то полчаса, председатель Гореев пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что я не имею права участвовать на данной этой комиссии, участвовать в данной комиссии, потому что кандидата от КПРФ отсутствует, и поэтому я не имею права быть членом участковой комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ. Жду звонка. Короче, если нет представителя от партии какой-то, значит и наблюдатель не должно быть. Ну, мне так объяснили. Понятно.